Восени дама Накавського годі побачити у його вольєрі. Але головна проблема зйомок цієї тварини – це піймати її у кадр. Даман Капський або печерний – тварина примхлива до тепла. Тому в холоди на вулицю зась, бо застудиться. У нашому зоопарку їх сімейка з'явилася не так давно, всього 3-4 роки тому. І у даний час проживає в окремій кімнаті на території кенгурятника. Ці животні поступили з зоопарку міста Варшави, Польща. Вот, в нашому зоопарку вони вже дважды дали потомство. Вот, это единственный представитель, который по систематике наиболее близко находится к слонам. По строению черепа, по строению зубов. Є дані, що колись предки даманів були досить крупними тваринами, завбільшки стапіра. Та не тільки цим можуть вони вас здивувати. Интересно эти животные тем, что у них есть такие своего рода лапки-присоски. Значит, лапы устроены у них так, что мускулы и сухожилия в этих лапках могут смыкаться так, что животное буквально присасывается лапкой к камням, к стволам деревьев. И кроме того, железы, находящиеся на этих подушечках лап, они выделяют специальный секрет, который тоже способствует присасыванию. Поэтому они могут передвигаться буквально по отвесным скалам. Они очень юркие, очень подвижные, очень быстрые. Є у тваринки ще одна нерозгадана науковцями загадка – залоза на спині. Предназначение этой железы до конца не изучено, никто не знает, для чего она. Вот, но там тоже железистый секрет выделяется. Коли група даманів з'явилася у нашому зоопарку, виникли труднощі із їхнім харчуванням. Мало інформації було о том, як їх кормили в Варшавському зоопарку. Ми пытались получить эту информацию, но нам там своєобразна корма, там совершенно другие корма. У нас таких кормов нет, как у них. Поэтому нам надо было выработать для этих животных новый рацион. У природному середовищі дамани харчуються різноманітною рослинною їжею, включаючи листя, плоди, пагони, кору дерев, а також ягоди, траву та фрукти. Крім рослин, не відмовляються і від комах, можуть поласувати яйцем і навіть пташенятами. Ми пытались їм предложити тот ассортимент животной пищи, которая у нас є. В отделе вивария вирощуються сверчки, таракани, мучные черви, вот, такие, ну, в общем, разные такие корма. Они от этих всех кормов отказались. Мы долго искали варианты, но яйцо они с удовольствием поедают, вареное яйцо. У нас два раза в неделю у них яйцо в рационе. Вот. А вот других кормов животного происхождения, что мы им не предлагали, они отказывались. А когда мы им предложили куриный фарш, они с удовольствием стали его поедать. Нові умови, здається, пішли звірятам на користь. В этом году у нас такой небывалый случай произошел. Наша самка родила 4 детенышей. За зимом малята даманчата підростуть, і влітку усю спритну сімеєчку можна буде побачити на експозиції.